Вы увидите сказочные персонажи из «Золотого петушка», добрых драконов, один из которых играет в бадминтон и делался на заказ в подарок Борису Ельцину. Кварцевая аллея, точная копия аллеи Анны Керн, которую еще называют Пушкинской, состоит из тысяч деталей, которые затем скреплялись по особой технологии. Корзина нежных цветов получила название «Доброе сердце» и была подарена режиссеру и актеру Ролану Быкову. С неподражаемой точностью художник-ворцедуф Алексей Зель передает оперение птиц, иголки кактусов и цветы, точные копии природных, как по форме и размеру, так и по расцветке. Дело в том, что по образованию Алексей Зель – биолог, а судьба привела его на работу 30 лет назад на электроламповый завод в Москве. И вот результат слияния профессий. Его работы уникальны, неповторимы. Стеклодув может исправить ошибку, вынув изделие из огня. Кварцедув нет, так как кварц остывает мгновенно. Точность требуется ювелирная. Каждое из этих произведений искусства создавалось месяцы и даже годы. Автору в августе исполнится 69 лет. В творческих планах продолжить работать над любимой пушкинской темой. Выставка продлится до конца лета.